Так, Витя, почему ты отказался пожарить тартар? Жарят его только идиоты. Лёва, я идиот? Нет, шеф. Пожарить тартар попросила моя подруга. Между прочим, жена известного футболиста. Какого футболиста? Ну, откуда я знаю? Может, из Спартака? Может, из Спартака. Ари Магиди, Велитон, Макеев, Паршевлюк, Дзюба. Вот на него похоже. Макеев. Точно. Женя хороший. Это жареный тартар? Да. От шеф-повара. Удачи мужу в завтрашнем матче. Ей все очень понравилось, и она сегодня вечером придет со своим мужем. Представляй, Женя Макеев у меня в ресторане. Здрасте, Вячеслав. Кстати, Виктор Петрович большой футбольный фанат, и он болеет за ваш футбольный клуб. Она шутит, я не болею за «Зенит». Я заметил. Как можно было перепутать Макеева с Балафеевым? Мясо с бомжами!